То есть, то нет газа. Всю ночь не спали, следили. Жители улицы Братской всю ночь ждали возобновления подачи природного газа. Накануне газ в газопроводе, подходящем к дому, исчез. Жители боялись, если ночью дадут голубое топливо, то в одночасье можно отравиться. В семье Хусановых даже не почувствовали, что газа не было 4 часа. К 8 подачу газа возобновили. Вначале с чайников поливали воду горячую, затем замотали систему. Потом только газ пришел, и то маленькое пламя. Жители устали от частых отключений природного газа, а дозвониться до аварийной 104 очень трудно. Уважаемый абонент, пожалуйста, убедитесь в том, что вы дозвонились в службу экстренной помощи вашего населенного пункта. 2 дня не было газа. Мы вызывали аварийку. Они приехали в 2 часа ночи, но они ничего не смогли сделать. Замерзает какая-то трубка, они говорят. Вот. Ночью они ничего не смогли сделать. Потом это замерзла какая-то кнопка, и газ пошел. Большое давление, что ли, пошло. И аж газ был на кухне до потолка. Вот такой вот, как пошел газ такой. Значит, что-то замерзает, значит, что-то неправильно сделано. К тем, кому повезло дозвониться до газовиков на номер 104 и дал заявку, приезжает аварийная служба. С наступлением холодов газовики перешли на особый режим работы. Нехватка давления газа. Работники сейчас действительно принимаем заявки, выезжаем, но никто не отдыхает. В принципе, все службы приведены в усиленный режим. О сложившейся в Шымкенте ситуации газовики знают и ищут выход. А чтобы исключить все вопросы и недомолвки, газовики намерены провести пресс-конференцию, которая состоится завтра в 11 часов утра в городском акимате. Шанару Уразова, Ильдар Жунусканов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Отрар».